Смотри лаки-блоки в Майнкрафт. Ссылка в описании ролика. Уэйн. Уэйн. Я тут проснулся. Что-то не пойму. Ты где? Уэйн? Уэйн? Черт, ты не понял. Уэйн! Уэйн! Он что, отошел в туалет? Ну, вот сюда бы отошел. Уэйн! Господи, хоть бы с ним ничего не случилось. Да нет. Уэйн! Уэйн! Господи, черт. Вот он. Опять этот черт. Блин, Уэйн! 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 Где ты? Нам нужно что-то делать, Уэйн! Черт. Уэйн! Уэйн, не молчи, почему ты молчишь, Уэйн? Уэйн! Что случилось? Почему ты кричишь? Уэйн, а ты где был? Я? Я спал и услышал, как ты кричишь. В смысле ты спал? А где ты спал? Там же, где я обычно. Что за странный вопрос? Ты куда-то встал и пошел? Ты что ты рядешь-то ночью? Зачем? Тебя не было нигде. Да что значит не было? Черт. Ты не видел сейчас черта опять этого тупого? Нет никакого черта. Черт, я понял. А ничего не приснилось, опять что-то нечистое происходит. Я встал утром, тебя нету. Я пошел искать. Там видел черта, и тут ты как-то быстро слишком объявился, что-то непонятно. Я просто пришел, я услышал, как ты орешь и прибежал. Ладно, идем назад. А чем ты вылез ночью и орешь здесь? Сейчас навлечешь беду на нас. Ладно. Идем. Нам нужно сваливать отсюда, слышишь? Да, сваливать будем утром. Блин, можно не дожить до утра. Ну вот и добрались, родной да. Дом и район. Да, что-то со мной не так было ночью, да, прям это. Может, я совсем тупанул, наверное, да? Нормально все? Ну, показалось, наверное, да? Да ну, я тоже так думаю, это все странно. Да. Главное, сейчас мы домой придем, все будет нормально, да? Да. Сейчас все разложим, все сделаем. Надо найти как-то это этих существ, чтобы как-то им это отдать. Надеюсь, это сработает. Да. Если не сработает, то думаю, что. Ну, мы дома. Это хорошо. Мы дома. Да. Да. Слушай, ну какие планы? Ну мы вроде все сделали, да, как хотели. Теперь живем просто здесь и ждем чего-то, да? Что думать? Ждем. И надо их как-то найти. Ну вот, сами придут, если надо. У нас есть их достопримечательность. Изумруд. Что, нормуль? Тоже верно, должны учуять. В общем, сейчас пока тут разбираемся со всем, делаем. Да, похавать. Думаю, вечером все это начнем, да, похавать? Ну да. Ну что? Накладывай. Да, брат, не такие мы глупые с тобой, как оказалось. Да. Мы ведь всю ночью продумали. Мы знали, что все так будет. И все так и произошло. Взрыв.
я знал, и мы чувствовали какую-то ловушку, западню, но чтобы все настолько серьезно, я не ожидал, они оставили нас без дома. Теперь только руины. Ну знаешь, честно говоря, даже рад, что именно все так и прошло, ведь этот дом приносил нам много бед и несчастий. Но это была единственная память о нашей старой прежней жизни, жизни с родителями. Ведь вот теперь от этой памяти ничего не осталось, и думаю, восстановить это будет невозможно. Я вижу, как его заполняет озеро, которое было рядом, просто наш подвал. Ну начнем жизнь с нового листа, брат. Да, но нужно разобраться с кристаллом, который я забрал все-таки. Разберемся. Что ж, идем? Идем, брат. Прощай, мой милый дом.